Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Напомню, чтобы завтра половину этого хлебушка, яблочки у меня там лежат, и боржоми еще купили. Хюндайчик. Пью до дна, разбиваю на счастье бокал, и душа. 10 бутылочек пусть возьмет боржоми. Да. Рэпа не будет. Не сложилось там по времени. Да? Этот день начинался, как все. Шумный город, жизнь на бегу. Вдруг мелькнули глаза в толпе. Я рванул к тебе сквозь толпу. Ну и там. Ну там и сзади, конечно, тоже. Я за нас пью до дна, разбиваю на счастье бокал, и душа. По-моему, он, да. Так, туннель. На день рождения еду. Спасибо. Да какой хорошо, болею. Ну, слава хорошая, не дядя. С ним, кстати, и Панин Леша дружит. Ты так мила. Поздравляет. Нет, саблю подарю. От грузин позвоню, скажу. Уважаемые, отправляем. Люблю грузинскую еду, кстати. Слава Медяне. Ну прогуглите, ребят. Чё? Уже не в Архангельске, где-то под Архангельском. Покажу. Покажу, кто-нибудь придет там тайком от жены со своей любовницей. Покажу все. Снег Шанашвили, я должен сказать, что отличается великолепным импровизационным юмором. Он импровизирует на ходу и выдает такие перлы, блин, обхохочешься. Очень крутой. Надо его в гости к себе пригласить там. Заманите поприкалываться. Поддерживайте. Для вас звучит песня «Я не герой». Ближайший концерт 18 февраля в Москве. Потом Ростов, потом Нижний. Не, ну в Нижнем еще будет 13 февраля. Ну я там пару песен спою. Билеты есть в продаже, да? Покупайте. Я не герой и не поэт. Мне был недавно с концертом, пару месяцев назад. И не дали из-за твоей любви. Нет, дочка не дочь, конечно.
Ну, еще, да, еще ехать и ехать. Ну, пробок, правда, нету, слава богу. Погода там где-то около нуля, наверное. Терпимо. Проходит день, но не пройдет. Вот завтра день рождения у Волочковой, вот тут мы поснимаем с вами, да? Буду читать ей лекцию. В караоке, ох, напоемся. У Паниных все хорошо. Личный заказ 150 тысяч рублей под минус. Под минус 250 тысяч рублей под плюс. За границей 10 тысяч евро. Минимальная цена. При моем хорошем настроении. А я не знаю, честно говоря, я у нее дома не был. Волочкова сегодня домой звала, кстати, ей надо написать, что не получается. Да, Панин красавчик. Не Дантес и не Дали из-за твоей любви. Дружу, сосок хороший парень. Ну, спасибо. Я Настю люблю как друга. Huawei, он работает, но я его отдал. Женя. Прости. Песня «Я придумал тебя такой». Айфон, ну, завтра привезут. И на крышу дом. Вот и пробочка. И облака кругом. Роме, привет. Одинокое утро, вижу, как будто черно-белый сон. Зеркала еще твои черты. Знаком с Безруком. По квартирах пустоты. С номеров незнакомых, звон телефонов, но, увы, не ты. Но я придумал тебя такую, ты лишила меня покоя. Мы играли в жизнь, играли в жизнь, играли в жизнь с тобою. Я придумал тебя такую, ты лишила меня покоя. Мы оставим небу миражи, перевернутая нами жизнь. Да, точно. Между нами километры лжи. Рома, тебя любит Ольга. Не очень еще. Магистрали вспять, и метели заметут опять. Эти серые будни пусть будет трудно, я привык терять. Но я холостой, вы же меня прямо дрожь бросили. Я покоя, мы играли в жизнь, играли в жизнь. Не получается в среднем. Кто с подозрением на заболевание, в дом даже не заходить, слышь? Да, да, да. Все. Ах, яблочко у меня лежат в холодильнике там. Ты лишила меня покоя. Лишали в жизнь. Играли в жизнь, и в жизнь. Надо сегодня баньку такую скажу, градусов 75. Ну, вот этим, как ее, набрызгаю. Холодно было, когда вот программа про день рождения. Не, если на диете,
Но лучше вообще ничего не есть. Вода. Да. Ну, близнец. Мы такие люди двойственной натуры. Чай с мятой и с чабрецом. Панин поехал наконец-то. Небольшие хоть денежки, но зарабатывали. Я сейчас главная задача, не могу дозвониться для Саши Куликова, владельца Marines Group, которая вот Ви снимала. Панин, я как увидел с усами, прям надо его пристроить, хоть на маленькую роль. Будет весной Тюмень, Челябинск, Екатеринбург. Было зря. Конец мая. Молитва седым свинцом, мне б удачу на час займы, плачут голуби. Панин отлично себя ведет. Монашеский образ жизни, что вы к нему пристали? Человек не пьет, не чпокается. А мне все снятся твои глаза. Добрый вечер. Да. Не забыть мне, не вернуть твою любовь. А может, так он... Твою любовь. В цыганском стиле петь такого. Ну, так, как сказать. Не нашел, в общем-то. А я что такое Минфин в переводе финансов между банками? Первый раз слышал. Не, 9 месяцев, это, я написал только 9 месяцев название. Я, конечно. Твои глаза.